Торжественное вручение паспортов состоялось в стенах Люберецкой картинной галереи. Документы получили 13 юных граждан. Устроиться на работу или самостоятельно обратиться в суд. Еще больше прав получили юные люберчане. Вручение паспорта – важное событие в жизни любого гражданина. Очень хочу, получив паспорт, сказать, что я ответственный гражданин и внесу улучшения в нашу страну, в наш город. Мы были в МФЦ, и нам предложили в торжественной обстановке вручение паспорта. В первую очередь, паспорт – это новые возможности, это лицо человека. Но с паспортом также приходят новые обязанности.